все-таки 25 километров от России. Сам Харьков как на краешке стула сидит, на краешке левобережной Украины. То есть, конечно, противникам этого движения в Харькове объективно больше, чем сторонникам. Просто в силу, опять же, мне так кажется, могу ошибаться. Сейчас, смотри, нет, чтобы нормально, 80 минут человек. Так, и вот у нас Майдан. Памятник Шевченко. Его, слава богу, никто и никогда сносить не собирался. Вреда он никому не сделал, ни как памятник, ни как человек. Вон у нас метро. Там же рядом облгосадминистрация. Так. Тут так. Сейчас, секунду. Подождите, у меня запись идет, подождите, я так залезу. Нормально, нормально. Я уже не первый раз снимаю. Да, полюднило, конечно. Народу прибавилось крепко. На фоне 2-3 сотен, 5 сотен иногда. Да, народ еще. Ну вот сейчас видно, кто что. Там стоит митинг против Майдана, явно не купленный никем. Ну и здесь люди за свое стоят. Все по-честному. Секунду дайте. Благодарю. Так, ну тут вроде никто никуда идти не собирается. Зря там все боятся. Вообще здесь, как по мне, публика поинтеллигентнее. Я про радикальные крылья не говорю. Радикальные крылья. Про радикальные крылья. Там, в общем-то, радикальные крылья там же. Не только правый сектор. Что такое правый сектор еще? Не было, не было, бух. Хорошая каска, но надпись. Стыдно людям показать. Надо не потерять человека потом с фотографией. Да не надо, пошли! Обязательно. Выложить после 18.
Тихо, мирно. Так они... Че Гевара он подкатил. Очень уместно. У нас тут как раз революция. Не знаю, что за церковь. Ну какая-нибудь, наверное, украинская. Православная. Ну. Вот там у нас уже сегодня день траура в Украине. 23 февраля 14 год по погибшим. Вот так. Сейчас где-то 12:30, наверное, по Киеву ориентировочно.